Привет, друзья, с вами Здравый Малый, и это новости нашего канала. И начнем с первой новости, к сожалению, очень хреновая для нас. Малый покинул проект, и больше видео его не будет. Да, такая вот печальная новость, но деваться некуда. Я канал бросать не буду, буду продолжать пилить видео дальше, но уже без Малого. Причина в том, что чувак как бы не хочет участвовать в проектах. Конечно, можно сказать, что он не хватает времени, но в реале он не хочет монтировать, понимаете? Мало того, что снять видео, его надо еще и обработать на компьютере, потратить уйму времени, ни один день, ни одну ночь, гасить свое зрение в нули. Чувак этого не хотел, сейчас у него работа, быть с ним все в порядке, он здоров, не по причине болезни он покидает канал. Для тех, кому не хватает карлика в крови, у него есть собственная страница ВКонтакте, Инстаграм, канал на Твиче, собственно, YouTube, где он играет в Доту 2, кому вот интересно. После ухода Данила у нас отпадает рубрика автообзоров для инвалидов. Так как эта рубрика полностью держалась на нем, теперь эта рубрика существовать не будет. К сожалению, это наша самая успешная рубрика, но, скорее всего, она прекратит свое существование. Если, конечно, среди вас нет другого инвалида с харизмой, с умением водить автомобиль и собственным транспортным средством. Если ты есть парень, если ты меня слышишь, ты мне нужен. И давайте поверим в чудо. Как-никак, новогодние праздники, Рождество Христово. Отзовись, чувак, если ты такой существуешь в нашем регионе. Я могу пригласить не только как бы харизматичного мальчика-инвалида, но и девочку-инвалида, если такая тоже имеется. Жестко звучит девочка-инвалид. Для тех, кто не в курсе, как бы наш канал полностью бесплатный. Я делаю его полностью бесплатно, на своем альтруизме, на позитиве. Все делается ради фана, ради донесения небольшой мысли, надеюсь, вы ее понимаете. И в будущем я буду продолжать пилить выпуски про инвалидов, про проблемы инвалидов, про проблемы доступной среды. Ведь, сделав доступную среду для инвалидов, вы делаете доступную среду для всех. Это как и для самих инвалидов, так и для матерей с колясками, и для стариков, и для парней с травмой после клуба. Это все вот для них. Привет Дмитрию Захарову. Да, немного тематика изменится. Я буду делать больше упор на видеосъемку, на велотему. Собственно, буду делиться теми знаниями, которые сам буду получать в процессе, так сказать, обучения, и делиться теми знаниями, которые я уже накопил. Для того, чтобы канал стал лучше, у меня появилось новое видеооборудование, обновилось железо в компьютере, что немаловажно, поверьте, для видеомонтажа. Будем стараться делать контент лучше, чтобы он выходил чаще. Возможно, все эти плачевные перемены с уходом Данилом пойдут каналу только на пользу. Кто его знает. В общем-то, такие новости канала на 2018. Следите за выпусками. Всем спасибо, всем пока.